Изоляция. Я говорю, ужасно. Никто не заморачивался абсолютно. Да. Я слышу, как соседи разговаривают. Нормально можно постучать и сказать, эй, вы там наверху. Да. Не копачите, как это вам. Как это в анекдоте? Так что если это целая выставка такая, да. Это можно, да, это можно попробовать. Твою сумку, наверное, надо в машину убрать. Да, ну я тут телефон. Ты хочешь, убери. Да ладно, я не надо. Ну, телефон. Тогда себе положи. Давай.
попробуй. Да что пробовать-то? Так, Антон, значит, Клавник, композитор. Я так поняла, что это Нилсон. Да, все уложили. Нет, у меня были три варианта. Либо мы вообще либо я потому что не уточнила, либо я уточняю, что это шестым каким-то, что ли. Нет, не с ансамбля. Ансамбль это... Я просто запишу кусочек, вот, как я уточнила, как Карина, Марина, потом Карина, а потом... Я в кадр. Я не успеваю, я в кадр поймать. Ты как это? Симора, да. Бабочка. Бабочка, здрасте. Здрасте, здрасте. Я уже так... Ну, хорошо, хорошо, ладно. Тебе гортензию наломать? Ну, да, побольше. Спустил в свои объятия. Поэтому 5 минут. Еще 5. Да. Ну подожди, это 12. Сейчас 5 минут мы даем. Так же, как вы в зале. 7 минут в опере. 7 минут в опере. 7 минут. А это хорошо. Хорошо так и быть. Ну, он еще. Ну, потому что приезжают. Да. Все как-то приезжают в последние минуты. Нет, давайте мы поедем. Походить по выставочным залам, по нашим галереям. А сейчас официальная часть сегодняшнего
праздника сегодняшней программы большой. Открытие выставки «Картина на деревьях». Пожалуйста, проходите в наш музыкальный зал. Да, дорогие друзья, и просьба, огромная просьба отключить телефоны. Добрый день, добрый сегодня, прекрасный, светлый, солнечный день, который после 2 лет наших невстреч собрал снова нас в этом месте, в этом зале, в этом выставочном зале, в галерее искусства, в галерее вдохновения, в галерее встреч, знакомств и радости, большой любви и большого творческого вдохновения. «Картина на деревьях» – это уже один из особых великих брендов Тарусы, брендов России. Я вот как бы вот тут без ложной совершенно скромности могу сказать, потому что очень многие галерейщики, искусствоведы, музыканты пытались в разных частях России, в том числе и Москве, сделать нечто подобное. Поверьте, с 2009 года существования этого нашего проекта, теперь мы это так называем, ни у кого больше не получилось. Только здесь, в этом месте, собираются те, кто жаждут этой встречи, кто считает, что счастливый момент наступил. Можно приехать в Шишкино, можно увидеть картины в свете света, настоящего живого света. И, как говорят художники, можно увидеть живые картины. И зрители это очень чувствуют и понимают, что действительно картина начинает оживать в этих галереях, в этом саду, в этом зале небесном. И мы воспринимаем все это по-другому. А творцы, художники, конечно, этому радуются. И подарил нам эту встречу необыкновенный, уникальный, великий человек, которого, к сожалению, уже 5 лет нет с нами. Но вот мы те, кому посчастливилось быть рядом с ним, жить рядом с ним, принять от него эту эстафету, вот мы есть, мы собираемся, собираем вас. И сегодня мы открываем очередную, я не знаю уже как ее считать, 13-ю, в общем-то с 2009 года очередную выставку «Картина на деревьях» в деревне Шишкино, подаренную нам гением, провидением, историка, международника, дипломата, музыканта, мецената, человека любящего всех людей на планете Земля, потомка по женской линии Александра Сергеевича Пушкина. Вот в этом доме Вадима Борисовича Казьмина Бороздина. Я по ходу дела буду вам рассказывать и что-то еще пояснять по ходу нашей сегодняшней такой встречи, но очень короткая информация, потому что я вижу здесь совершенно новые лица. Очень короткая информация, которую дал он сам о себе. Казьмин Бороздин Вадим Борисович, юрист-международник, дипломат, издатель. Начало рода 1327 год. Тверь, Москва, Великий Новгород, Калуга, Кострома, Псков. В роду были бояре, окольничьи, наместники, генералы, дипломаты, губернаторы. Первый русский командующий артиллерией России генерал-аншеф, фельдмаршал, по сегодняшним вот регалиям, Бороздин был назначен при Екатерине Великой. 3 брата Бороздиных, Николай, Михаил и Андрей, генерал-лейтенанты, участники Отечественной войны 1812 года. Среди них генерал Таврического края, генерал-адъютант Александра I, сенатор. Один из Бороздиных, Сергий, в 15 веке был объявлен православной церковью святым преподобной Саввой
Виршерским, мощи которого находятся в Великом Новгороде в Покровском монастыре. В XIX веке Борздины сменили сабли и шпаги на перо, в XIX-XX веках они стали историками, филологами, археологами, искусствоведами. Первым из них был Константин Матвеевич Бороздин, главный цензор России, председатель Петербургского учебного округа, почетный академик Российской академии, защитник Пушкина от рьяных цензоров. Он был дальним родственником Пушкина, Лермонтова, Ганнибалов. Родители Вадима Борисовича, отец Казьмин Бороздин Борис Павлович, выдающийся ученый-историк, специалист в области общественно-демократического движения XIX века в России, видный литературовед. Мать Казьмина Бороздина Тамара Николаевна, ученый-египтолог, создавшая вместе с известным ученым Иваном Владимировичем Цветаевым Музей изящных искусств, позже Музей изобразительного искусства имени Пушкина, заведовала в нем отделом египтологии. В 1567 году в Тарусе был воеводой, это пишет Вадим Борисович, наш дальний родственник Никита Васильевич Бороздин. Его брат был наместником Калуги. Моя семья отдыхать в Тарусе начала еще в 20-х годах прошлого века по рекомендации еще до революции Ивана Владимировича Цветаева. Это очень краткая, очень скромная информация об этом человеке. А каждая вот эта встреча, каждая выставка им задумывалась и генерировалась как какой-то подарок, какое-то действо, способное принести пользу в знаниях, в образовательной, культурной сфере. И каждую выставку он чему-то посвящал. И мы тоже продолжили эту традицию. В этом году фонду Святослава Рихтера, музыкально-художественному фонду Святослава Рихтера у истоков и, в общем-то, в содружестве с учредителями этого фонда Вадим Борисович был непосредственно и был близко знаком со Святославом Феофиловичем, Ниной Львовной Дерлиак. Он это место выбрал именно потому, что здесь рядом были Рихтеры. Просто там невозможно было поселиться. Так вот, в этом году этому фонду, этому деятелю искусства, просвещения, культуры исполнилось, будем считать, раз открытие состоялось, значит, исполнилось 30 лет. И сегодняшний наш праздник и наша встреча посвящается именно 30-летию великой, колоссальной деятельности фонда Святослава Рихтера. И я вот прошу к микрофону одного из организаторов, голос, я называю, голос фонда, Эллу Игуменцеву. Спасибо, дорогие друзья, добрый день. Да, мы очень рады, что вы приехали. Действительно, лица сегодня есть новые. Не зря я на каждом концерте говорила о том, что обязательно нужно сюда приехать, потому что, как Наташа уже сказала, действительно, это совершенно уникальное явление. И нужно хотя бы один раз здесь побывать. Но когда побываешь один раз, то, естественно, потом хочется приезжать все время. И вот традиционно, какое бы ни было лето, мы всегда говорим, что когда есть концерт у дома на Оке, и когда есть выставка на деревьях в доме Вадима Борисовича, у нас всегда прекрасная погода. Наверное, только один год, да, у нас был дождь, это вот единственный раз. А так вот они, видимо, приглядывают и тот, и другой, и помогают нам в том, чтобы у нас все это получалось, чтобы это радовало людей, поэтому мы абсолютно уверены, что это все так. Но действительно эта выставка Вадим Борисовичем была задумана и придумана как раз, конечно, потому что, Наташа уже сказала, почему глобально, а я скажу детально. Потому что фестиваль наш музыкально-художественный, мы это все время подчеркиваем, у нас проходят художественные выставки. И вы знаете, почему тоже? Потому что Святослав Теофилович, как настоящий человек искусства, такая громадина искусства, он, кроме того, что он был гениальным совершенно музыкантом, он еще очень хорошо, я даже не знаю, рисовал, писал, как
лучше правильнее сказать. Но наверняка вы все видели его картины, и они экспонируются в Пушкинском музее во время декабрьских вечеров. Вот поэтому понятно, что вот этот синтез такой музыки и изобразительного искусства – это вот одна из основ нашего фестиваля. Действительно, 30 лет совершенно удивительно, но, правда, для нас не удивительно, потому что мы стараемся вкладывать в это свою душу, время, силы, и надеемся очень, что все это будет продолжаться, потому что Таруса постоянно прирастает новыми людьми, которые приезжают сюда первый раз и остаются здесь. И мне очень понравилось, когда на торжественном собрании в день города новый глава города выступал Михаил Голубев, и он сказал: «Таруса – это заноза в сердце». Вот действительно, очень образное выражение, очень точное, потому что вот занозишься – и все. И будешь тратить свое время, свои силы на то, чтобы этот город процветал, становился лучше, чтобы людям, которые в него приезжают, становилось все комфортнее и комфортнее и интереснее приезжать сюда за новыми впечатлениями. Очень символично, что сегодня у нас будут выступать, но у нас всегда на этом мероприятии звучит музыка и в исполнении маэстро, и в исполнении музыкантов. И очень символично, вот сегодня у нас будут выступать дети из нашей летней школы творчества молодежи. Вы знаете, что это была мечта Святослава Теофиловича, чтобы молодежь приезжала в Тарусу. И здесь вот на такой прекрасной природе, в такой атмосфере творила и потом показывала то, что они уже умеют. Вот сегодня мы услышим наших детей прекрасных. Это очень здорово. И, кстати, приглашаем вас, конечно, в понедельник, 25 июля, напоминаю, в 12 часов в киноконцертном зале «Мир» будет отчетный концерт первой смены наших учеников. Это всегда очень интересно и трогательно. Приходите обязательно. И, конечно, я хотела бы сказать слова огромной благодарности тем людям, которые вот это все осуществляют. Это где Галина, наша любимая Гала. Это близкий друг-соратник Вадима Борисовича, человек, без которого вот это все было бы просто невозможно. Ну вот куда она делась? Ну, вы ее знаете, вы ее видели, еще увидите, да, да. Вот она все хлопочет, да, хлопочет. Удивительная женщина, конечно, и просто честь ей хвала. Она столько сделала для того, чтобы вот сейчас все это, поскольку, ну, два года, да, практически здесь ничего не делалось, и чтобы вот это все расчистить, разобрать, сделать вот выставочным залом, конечно, нужны огромные силы, и мы ей очень благодарны. И благодарны Наташе Вердилиной, нашей любимой, да, председателю нашего общественного совета города Тарусы, который вот такой тоже подвижник, соратник всех, кого только можно. Спасибо вам за то, что вы такое вот замечательное дело делаете. Вам всем спасибо за то, что вы пришли. Надеемся, что вот сегодняшнее открытие для вас будет, ну и вообще продолжение для вас будет прекрасным праздником. Я хочу сказать, мы технические устроители вот этого действия. На самом деле главные герои у нас художники, и я с ними вас познакомлю чуть-чуть позднее. А сейчас мы не уходим из темы музыки и деятельности фонда, раз уж было заявлено. И у нас первый подарок для всех наши студентки, да, правильно называть, студентки летней творческой школы фонда Святослава Рихтера. Марина Галиулина, прошу, Чайковский, Баркаролла из цикла «Времена года». Thank you.
Спасибо. Карина Галиуллина. Приглашаем. Обратите внимание, платья разные, поэтому мы их не перепутаем. Крик. Свадебный день в Трольдхаугене. Thank you.
Ага, а мы приглашаем Марину сюда. Я просто хочу сказать, что ровно 30... Вот это какие-то невероятные стечения обстоятельств. Ровно 30 лет назад первый фестиваль музыкально-художественный здесь фонда Святослава Рихтера, он был посвящен творчеству Грига. И вот сегодня музыка звучит здесь, Грига здесь, в нашем зале. Так, а сейчас еще одно выступление этих двух замечательных пианисток, наших студенток летней творческой школы, Брамс. Три вальса из опуса 39. Класс Екатерины Забегулиной. Я хочу представить педагога. Город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий округ. Вот так сюда съезжаются из разных концов нашей великой России.
запомним их имена и будем ждать следующего года творческих успехов. А теперь главные герои, конечно, сегодняшнего праздника – наши художники и основатели этой выставки, люди, с кого, собственно, все это и начиналось. И я прошу к микрофону Федора Помилова подойти. А потом он сейчас скажет нам, все раскроет свои секреты, а потом я приглашу уже всех остальных. Какие секреты? Я всех рад видеть, да. В 2009 году была первая выставка, и я был первым ее и единственным, как экспонировал свои работы. И действительно, это было тоже август, не тоже август месяц. Ну, вот прошло 13 лет с этого времени. Много воды утекло с того времени. Ну, я очень благодарен Вадиму Борисовичу. Действительно, он меня познакомил со своим местом, со своим садом. И у меня тогда еще машины не было, как мы перевозили из Протвино мои эти картины. Я ехал на автобусе с автовокзала, он меня забирал на своей машине, привозил, потом увозил уже в Протвино. Было довольно-таки проблематично. Ну вот, единственное, вот у меня немножко другие впечатления. Элла сказала, что единственный раз, когда был дождь, а вот у меня такое впечатление, что вот единственный раз, вот за 13 лет, когда не было дождя, вот единственный раз был, когда солнце постоянно, а так каждый раз, вот все годы, это или дождь начинался до открытия, или дождь начинался сразу после, все время было на грани. Мы все время выставляли работы, вот думали, как сейчас вот, как ливанет, и вот, а это вот второй раз, вот, на моей памяти, по-моему, когда вот можно не бояться, что через там, 10 минут ливанет большой дождь. Ну, я рад, что вот это дело продолжается. Вадим Борисович, да, 5 лет нету уже, но много участников, много зрителей, намного больше, чем на первой выставке. На первой выставке это вообще такое было, домашнее такое мероприятие. Но я еще очень рад за себя, что я еще ко всему прочему то, что пишу и рисую, я еще снимаю много. И я все эти годы, все это зафиксировано на фото и видео. То есть это все осталось в памяти. Все как, когда я был на выставках, я все это снимаю, делаю потом фильмы. И я считаю, это нужно, потому что это однодневная выставка, люди приходят, люди уходят, а это все, я надеюсь, останется для будущего. Так что я очень рад, что меня Вадим Борисович пригласил, Наталья Денисовна меня в свое время тоже у себя в Тарусе в доме, так сказать, пригласили. И я с 2006 года практически каждый год пишу Тарусу, очень радуюсь. Но больше люблю Тарусу осеннюю, весеннюю, зимнюю, потому что мало туристов, мало людей, и можно работать спокойно. Летом это такое немножко вот именно выставочные, когда все это показываешь, то, что написал за осенний-зимний период. Но я очень благодарен. Ближайшая твоя выставка? А, да, кстати, вот я всех приглашаю 20 августа вот, в Тарусском, Московском доме художника, который в Тарусе. 20 августа, это суббота будет, в 3 часа у меня будет персональная выставка вместе с моей мамой Инессой Помиловой. У меня живопись будет, у нее керамика. Вот я всех приглашаю 20 августа в дом художника в Тарусе, Московского союза художников. Так что и всех благодарю. Спасибо. Значит, Федора мы отпускаем за камеру, потому что действительно весь видеоархив, фотоархив, он ведет его очень добросовестно. А я вас продолжаю знакомить с художниками. Инесса Помилова, ученица Василия Алексеевича Ватагина, почетный академик Российской академии художеств. Не вижу, где? Сюда выходим все. Да, у нас представители тарусского клана, огромного клана, такого мощного художников, Сергей и Михаил Пилипенко здесь в зале, в нашем зале, в своих выставочных галереях. Я прошу сюда, на сцену, Сергей и Михаил Пилипенко.
Художники съезжаются из разных городов, и раньше это было из разных стран, но сегодня России, поэтому ближайшие Протвино, Надежда Сапунова приехала сюда, пожалуйста, я вас, да, Михаил, Сергей, Надежда. Да, сейчас. У нас в прошлом году приехала и приняла впервые участие замечательная художница Карина Сафарян. Сюда на сцену, Карина, пожалуйста. А в этом году она привезла своего супруга, и у нас премьера. Но он меня не слышит. Ашот Сафарян, если мы его громко позовем, он тоже придет и покажется нам. Это уникальное его изделие, там увидите из дерева. Да, да, я всех собираю сюда. Вообще мы так близки к природе, что керамисты здесь представлены в разных школах творческих. И Любовь Спешинская, здесь ее представлены работы, где Люба. И, да, да, и Елена Носкова, вот это вот экологически такое правильное течение в искусстве и в наших каких-то одеждах, экопринт. Покричите кто-нибудь Лену Носкову сюда. Лена Носкова. Так, а где у нас? Да, 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 да. Так, у нас еще одна премьера сегодня. Так, Лена, сюда, да. У нас еще одна премьера сегодня. Серпухов к нам присоединился. И Дормидонтов Владимир. Здесь его тончайшей графикой. Где Владимир? Да, вот Владимир. И здесь начинается наша выставка с работ дочери Вадима Борисовича Казьмина Бороздина, Юлии, писателя, музыканта, художника, не художницы, художника. К сожалению, она недавно переболела ковидом, и у нее до 1 августа еще там карантин. И она не может приехать сюда, в это любимое и родное место, но вот начинаются работы художника, Юлии Казьминой Бороздиной, и дальше мы проходим по всем залам. А сейчас я по праву передаю микрофон нашим героям дня. Всем здравствуйте. Да, я смотрю, народу все больше и больше. Это прямо радует. Вот по поводу погоды. По поводу погоды. Все-таки это первый день. Выставка у нас 14-я, 13 лет, но 14-я выставка, потому что один год было две выставки сразу, там в промежутке. Когда мы делали афишку, мы все-таки написали 14-я. Вот. Вот так вот по поводу погоды. Все время, начиная с первой выставки Федора, это всегда утром был дождь. И всегда вопрос, будет выставка? Мы звонили, спрашивали, ну как, ехать, не ехать? В общем, ехали на свой страх и риск. Приезжали, под дождем, можно сказать, развешивали. Потому что как, ну уж приехали, надо вешать. И когда начиналось открытие, это всегда было солнце. Это всегда было солнце. Просто как будто по мановению вообще волшебной палочки вдруг... Все, значит, озарялось в этом саду, и выставка открывалась. Но потом, не всегда, иногда, когда, значит, уже выставка была открыта, иногда тоже шел дождь, но это уже как бы заключение. Так что сегодня это какая-то сверху прямо вот на нас благость нашла. Вот с утра все было ясно и понятно, что выставка состоится. Но я, конечно же, всегда говорю, и еще раз хочу повторить, огромное спасибо Гале. Потому что, если бы не Галя, вот можете себе представить, вот этот огромный сад на протяжении нескольких лет, 2 или 3 года, он был заброшен, то есть выставок не было. Да и вообще, даже когда эти выставки были каждый год, это надо было вот эти залы все прибрать, вот это все скосить, это все привести в порядок. Это неимоверный труд. Это подвижничество, это Галя, просто надо вот здесь памятник ставить. Рядом с Вадимом Борисовичем, конечно, памятник. Ну, в общем, огромное всем спасибо за то, что все это состоится. И огромная заслуга в этом, конечно же, Наташи Верзилиной, которая
всеми силами помогает Галя и вообще как бы взяла на себя вот это вот этот двигатель. Да. Да, ну нет, я об этом тоже. Ну, в общем, я сказала все, спасибо всем. Нет Вадима, нет Юли, но я за них буду. От них, от имени Вадима и Юли. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел и приходит, и помнит. Вадим очень мечтал о том, чтобы помимо художников, дети еще выступали, свои работы здесь были. Есть сегодня? Сегодня нет, сегодня музыкальные участники. Ну, у нас было до ковида, дети у нас были, да. И у нас расширяется выставка, расширяется, приходят, да. И он сегодня в 7 утра, я в саду поставила портрет, как всегда он нам говорит, так, чтобы зал там, аллея, ни одной бумажечки, ни одной веточки, чтобы была чистота. Вот он смотрел. Все здесь было сделано, и он смотрел, и, видимо, он сейчас тоже с нами вместе, потому что, правильно Федя сказал, ни одной выставки. Первая выставка была такая, под вишней, у нас было человек 15-20, да, Федя? Из Москвы ехали гости к нам на машине. Ливень страшный, страшный ливень. Подъезжает к Шишкино, дождя нет, и у нас выставка прошла. Второй раз была выставка, мы под дождем все это, помнишь? Да помню. Ковырялись в грязи, это вот Лена приезжала, сестра. Но только начинается открытие выставки, выглядывает солнышко. И, слава Богу, единственный раз дождь застал, когда выставка закончилась, ливанул дождь, все стали бегать, снимать картины, и мы в дом все забежали, и там часа 2-3 у нас уже была музыкальная программа. Читали стихи, слушали музыку Вадима Борисовича, потому что он, помимо того, что издатель, писатель, у него книга издана, он музыкант и еще сочиняет импровизации хорошие. К сожалению, сейчас мы не привезли его музыку, но в следующей выставке, может быть, будем, послушаем. Еще раз хочу всех поблагодарить, художников особенно, что они не забывают, помнят, как Вадим хотел, Вадим Борисович очень хотел. Вот люди приходили и радовались. Не от того, что вот, как Федя вот первый раз, он Федю привез, говорит, Федя, вот посмотри, вот картину из дома взял, давай сделаем. Федя так, он молодым был тогда. Хорошо, говорит, хорошо, Вадим Борисович, все. А сейчас у нас многие уже звонят, а можем мы приедем к вам, а можем мы выставимся. Конечно, все, пожалуйста, мы приглашаем. Еще раз вас благодарю и спасибо. Я говорю, Сергей, я прошу, да, русский клан такой. Да, крепкий, такой я староста. Не, я не буду про дожди рассказывать. Не надо. Никогда не было дождей, не знаю. Не знаю. Ничего не рассказывайте. На самом деле, мне, как любитель, хочется сказать очень простую вещь. На самом деле, человеку много не надо для счастья. Да? Вот светит солнышко, травка зеленеет, и искусство нас окружает. За это вот самое главное, по-моему, то, что здесь происходит, и то, что, я думаю, будет происходить, потому что есть такой вот вектор мирный наш. Давайте его поддержим. Все. Ну, а вы молодым художником, Михаил, у вас уже школа целая за вами идет. Мы вспоминали, да, преподавательская такая, мы вспоминали о детях, которые там участвуют, а у нас наши дети выросли, понимаете, они успели за эти... Вот, вырасти наши дети в таких москитых художниках. Да, ну про погоду я тоже помню. Да, не погоду надо, там про искусство. Было, да. Ну, хочется, на самом деле, просто поблагодарить организаторов и зрителей, которые из года в год это поддерживают, сюда приходят. И с каждым годом он становится все более как бы широким, круг нашего общения, и это не может не радовать. Спасибо всем огромное. Мне всегда нравятся работы Надежды Сапуновой, потому что она пишет музыку, и у нас даже есть прекрасная арфистка в доме, ваша работа, поэтому музыкальность вот эта и слияние с нашей темой сегодняшней, я думаю, молчать вас... Не позволит молчать вам.
Спасибо большое, мне очень приятно, конечно. А я очень люблю здесь находиться, потому как вот как бы из того, что приходится где выставляться, здесь вот самое приятное место, честно. Да, спасибо. Да, потому что здесь свобода, потом растения, в общем, все на свете, это как-то очень приятно. Так что спасибо большое, очень рада и надеюсь, что и дальше буду присутствовать здесь. Да, спасибо. Ну, вот видите, я недаром говорила, что сами художники говорят, что картины здесь свободны. Они испытывают свое собственное наслаждение. И наши сегодняшние премьеры. Лена, пожалуйста. К микрофону? Да. К микрофону выходят все. Спасибо за это замечательное место, за этот праздник, за камерный. И, как говорил Андрей Балковский в «Войне и мире», что зло очень просто победить. Надо просто, чтобы все хорошие люди объединились, и тогда зла не будет. Я думаю, что вот красота, творчество, искусство этому очень способствует. Спасибо большое. Люба, к микрофону. Да, керамика наша, спешинские здесь. Здравствуйте всем. Да. Я первый раз на этой площадке. Премьера. Да, и действительно, здесь очень уютно, тепло. И правильно сказали, работа здесь по-другому смотрится. Они действительно звучат красочнее, свободнее. И дай Бог, чтобы это продолжалось. Спасибо. Да, работы Люди Спешинской и этой семьи в наших салонах. Прекрасная керамика. Владимир, премьер, Серпухов. Во-первых, здравствуйте, спасибо всем организаторам, которые пригласили меня. Я очень удивлен и потрясен тем, что здесь происходит. Это настоящее действие, это музыка, эти картины, которые здесь развешаны на деревьях, это вот неизгладимое впечатление, которое оно производит. Ну, мне очень большое удовольствие доставило участвовать вместе с вами, с художниками в этом мероприятии. Да, спасибо вам. А супружеская пара, такого у нас еще не было, да? Были отцы и дети, мамы и сыновья. Так, теперь супруги здесь на выставке. Я как художник участвую здесь второй раз. Супруг мой первый раз представляет результат своих работ, творчества. Признаюсь. Последнего раза, когда я участвовала, а это был последний раз, когда перед ковидом. Да, перед ковидом. С нетерпением ждала следующего раза. Пандемия помешала, и так мы сожалели. Одно лето, второе лето. С какой радостью встретила новость о том, что в этом году состоится это мероприятие. Федя звонила и спрашивала весной: «Федя, будет в этом году?» «Не знаю», — сказал Федя, — «может быть». Но подтвердит, с каким нетерпением мы ждали того, что опять мы здесь встретимся. Зачем? Ну, картина свободнее, правильно. Вы так хорошо говорите, что только повторять за вами остается. И картина чувствует себя свободно. И мы, как художники, тоже попадаем в очень интересную для себя атмосферу. Очень люблю музыку и сочетание вот музыки, которая здесь звучит, исполнителям браво, где исполнители, да, спасибо, если слышат. Девочки, отдельное вам спасибо. Украшение сегодняшнего дня, это ваша музыка очень во многом добавляет той праздничности и настроения, которое мы здесь все, я думаю, чувствуем и испытываем. Ну, спасибо вам за то, что такое мероприятие вообще существует и что есть возможность перенестись в какую-то другую все-таки реальность, не ту, в которой мы сейчас живем. Мне здесь просто здорово, замечательно. И спасибо, что я здесь. Спасибо вам. Поаплодируем нашим дорогим, замечательным, вдохновляющим нас на новые добрые дела вот творцам великого искусства, воплощение в жизнь того, что мы видим, но не можем изобразить. А вам это дано. Спасибо большое. Спасибо большое всем. Так, а мы продолжаем. Следующие подарки. Можно пройти в залы. И в зрительные, и выставочные. В
вы знаете, за эти годы у нас, мы не только приглашаем вот сейчас сегодняшних детей, но у нас за эти там 13-15 лет наши дети выросли, и они выросли в атмосфере искусства, красоты, культуры. И вот сейчас две девушки, сейчас вот Мария еще Мария у нас здесь стоит красивая такая, вот две девушки, знаете, они начинали здесь такими маленькими девочками, а сейчас они выросли в профессиональных музыкантов. Мария Гвоздева и Анна Верзилина, вот партия фортепиано сейчас будет звучать. Шуман, прекрасная чужбина из цикла «Либер Крес», опус 39. Ты красивая.
собственно, эти девушки, они буквально выросли на концертах фестивалей Святослава Рихтера. А сейчас вообще-то Руса стала собирать музыкантов вот с легкой подачи маэстро. И сейчас к нам съезжаются величайшие представители различных жанров музыкального искусства. И буквально на днях, я так понимаю, с 26 июля здесь будет невероятный, великолепный музыкант, кларнетист, композитор, педагог летней школы творчества и в целом педагог Антон Прищепа. Но сегодня так сложилось, что он отправил к нам свою ученицу, студентку летней творческой школы фонда Святослава Рихтера. И сегодня впервые здесь, на этой сцене, у нас прозвучит другой инструмент. Мы привыкли к голосу, мы привыкли к роялю, а сегодня будет звучать кларнет. Причем произведение педагога Антона Прищепы, вариации на тему «Зеленые рукава». Вот что это такое, вы сейчас услышите. Анастасия Трофимова у нас в зале. У нас здесь все мемориальное, и поэтому пюпитр тоже мемориальный. Это табурет из дома Вадима Борисовича. Прошу обратить внимание, я думаю, это тебе поможет. Спасибо, Настя. Вот такой звук вот у нас появился в нашем концертном зале. А сейчас вокальная тема. Продолжим. Мария Гвоздева, Анна Верзилина. Мусоргский. Где ты, звездочка? Ой, извиняюсь. Глинка, как сладко с тобою мне быть. На слова Павла Рындина. Thank you.
на стихи великого князя Константина Романова. Педагоги, музыканты, так что педагогини наши. Желаем вам творческих успехов, хороших учеников, таких же талантливых, как вы сами, и надеемся в дальнейшем видеть вас на нашей сцене. А сейчас экспромт. Настя. Я думаю, что это была такая подготовка к главному номеру. В заключении нашей сегодняшней музыкальной части мы попытаемся сделать вам еще один подарок. Сейчас будет произведение в исполнении педагога Антона Прищепы и ученицы Анастасии. Но в связи с тем, что сам он здесь не может присутствовать, он прислал для Насти запись. И мы сейчас попытаемся, тем более это мужественная девушка, она, надеюсь, не подведет своего преподавателя. Итак, оператор наш готов. И я думаю, что вы почувствуете произведение, которое сейчас вот именно завершает музыкальную часть нашего сегодняшнего дня. Это колыбельная. Эта музыка очень соответствует сегодняшней обстановке, нашему настроению. И самое главное, в память о человеке, который нас здесь собрал, прозвучит эта музыка. Антон Прищепа, Анастасия Трофимова, «Колыбельная».
такая музыка и такая пронзительная нота. Я думаю, что Вадим Борисович, конечно, нас слышал и радовался. И я прошу всех посвятить ему минуту тишины, минуту молчания. Я прошу встать всех. Спасибо огромное. Наш зал живет, сад живет, все продолжается. Концерт Насти, Антона Прищепова, Евгения Стародубцева состоится первый концерт 29 июля в доме Верзилиных в 18 часов. Следите за афишами, регистрируйтесь, количество мест ограничено. Там будет выступать Настя и два лауреата международных конкурсов, великих музыканта. А большой концерт будет в Доме литераторов. Вероника, какого числа там будет? 3 августа. 3-го, да, в памятные дни Святослава Теофиловича как раз, да. 3 августа в Доме литераторов. То же самое, рекламу просматривайте внимательно. И всех приглашаем на наши концерты. Спасибо, дорогая Настя. Спасибо тебе огромное. Браво. Да, надеемся, что наши студенты будут радовать нас год от года и своими лауреатскими еще и премиями. Мы знаем, что впереди большие конкурсы. Желаем успеха тебе, Карина, Марина, желаем вам успеха. Продвигайте великое искусство, любите своих педагогов, слушайте их и приезжайте к нам почаще. Спасибо. Спасибо вам огромное. Можно пройти по залам. Но если кто-то еще задержится на минутку, вот можно... микрофон мне нужен. Совсем на одну минуту. Вы знаете, мы сегодня вспоминали о Вадиме Борисовиче, и поэтому не только на музыкальной ноте, я хочу на эмоциональной ноте завершить нашу сегодняшнюю встречу. Он был директором МИДовского издательства, историк-международник, он объездил весь мир, он как дипломат, он устанавливал дружеские связи практически посредством литературы, искусства, своего собственного творческого отношения ко всему, что происходит. И он сам прекрасно писал. Вот сегодня уже говорили, что есть его книга, а меня всегда поражает его стиль, его слог, его слово и некоторые биографические данные. Вот совсем в завершении нашей сегодняшней встречи, собственно, можно уже и походить, и посмотреть, и что-то выбрать, но рука и слово самого Вадима Борисовича. Рассказ очень коротенький, называется «Одинокий трамвай». Первая мировая война. Великая Октябрьская революция, эпоха великих разрушений 20 века. Эпоха, которая потрясла и разрушила основы России, Австро-Венгрии и Германии, великих империй Европы. Уничтожение господствующего класса России, широкая волна эмиграции, уход белой армии, голод и безработица, гражданская война развалили Русскую империю. Только в середине 30-х годов сохранившиеся представители дворянских кругов России получили право на постоянную работу в советских учреждениях. Кондуктором трамвая А, или как его любовно называли москвичи Аннушки, маршрут которого проходил по Бульварному кольцу, объединявшему бывшие аристократические кварталы Москвы, скромно трудилась женщина из старого дворянского рода Ермоловых. Она сразу узнала их, двух пятилетних черненьких близнецов с челками, живущих неподалеку от бывшего особняка ее семьи на Гоголевском бульваре. Близнецы испуганно вскарабкались в трамвай А на ситцевом вражке и быстро прошли через вагон к вагоновожатому, затормозившему на остановке у Пречистенских ворот. Они выпорхнули из вагона, поднялись на Гоголевский бульвар и, успокоившись, стали смотреть на Аннушку, на которой только что совершили первую в жизни поездку без взрослых, бесплатно и тайно от всех.
Это был романтический экспромт, во время которого они обманули родителей, не разрешавших им самостоятельно ездить на трамвае, свою гувернантку, мирно гулявшую с группой их сверстников, и кондуктора, поскольку денег на билеты у них не было. Я позволю себе отойти на минутку от текста. Вадим Борисович пишет о себе. Они с братом были близнецы. И когда они родились маленькие, их назвали негритята, потому что вот эта от арапа Петра Великого кровь, она у них проявлялась. И ладони у этих мальчишек были белые, а кожа черная, они были кудрявыми, кореглазыми. Вот это как раз он, рассказ о нем и о его брате-близнеце. Все это они понимали, но быстро забыли, ибо их ожидала другая задача – вернуться в свою группу ребят так, чтобы их старая гувернантка немка, их любимая Манунна в жизни Мария Юльевна Шмидт, не заметила, что ушли они в одну сторону, а вернулись с другой стороны. Для этого они поднялись на верхнюю часть бульвара и незаметно прошли за деревьями, осторожно спустившись с другой стороны. Они были маленькие, но хитрые. Потом они подошли к своим друзьям, к Леве и Антону. Лева с хитрецой в глазах сказал, что он давно катается один на трамвае, а Антон промолчал. Ровно в 6 часов вечера в доме на Сивцевом в Рашке прозвучал колокольчик. Так звонила обычно мама, когда домработница говорила, что обед подан. Это было ежедневно. Папа, Славик, Вадим, Олег и мама уселись за большой дубовый стол. Мама первая взяла ложку в руку и тут же ее опустила. Все на нее посмотрели. Мама спокойно сказала одну фразу, которая всех потрясла. «Мне сказали, что Вадим и Олег без разрешения и без билета ездили сегодня на трамвае». Наступила пауза. Вадим и Олег словно лишились дара речи. Папа, как всегда, коротко и четко выразил свое удивление и недовольство и строго посмотрел на них. И они, путешественники, застыли, не сказав ни слова. Мама выдержала паузу и с печальной улыбкой снова подняла ложку. Обед начался. Славик, чтобы разрядить обстановку, рассказывал о школьных делах. Кондуктор трамвая, сидевшая справа на последнем месте у входа в вагон, имела интеллигентное лицо, изящный носик с горбинкой и седые волосы. На лице ее всегда светилась добрая полуулыбка, обращенная не только к пассажирам, но и вовнутрь себя. Она была одинока. Было уже поздно, пассажиров не было, а трамвай все бежал и бежал, подпрыгивая на стрелках, словно гонимый судьбой. Проехав мост через Москву-реку, трамвай поднялся на Большую Калужскую улицу, свернул налево и въехал в трамвайное депо на Абаковской. Вагоновожатый остановил трамвай, выключил ток и вошел в вагон. Кондуктор крепко спала. Она не слышала его шагов. «Марья Сергеевна!» – тихо позвал он. Но она продолжала спать. Тихо и навсегда. Он посмотрел на нее и вздрогнул. Коснулся ее руки, но она не ответила. Он насупился и быстро пошел к дежурному депо. Тихий одинокий месяц отражался в трамвайных рельсах. Сгорбившись, стояли вагоны замолчавших трамваев. Быстрые четкие шаги вагона вожатого нарушили обычную ночную тишину депо. Скоро будет утро. Ночь уйдет бесследно. Будет лишь минута, чтоб заметить где-то тот трамвай далекий с рыжими боками, вечно одинокий, даже рядом с нами. Вадим Казьмин Бороздин, Москва, 2008 год. Спасибо, дорогие наши друзья! Спасибо за сегодняшний день, за сегодняшнюю встречу. Мы не уходим из этого прекрасного дома. Звучит музыка Святослава Теофиловича Рихтера. Можно еще пройтись по нашим залам, познакомиться поближе с художниками. И мы ждем вас на следующий год. Завтра день памяти Вадима Казьмина Бороздина. Так что дата эта будет обязательно приурочена к 24 июля. Спасибо всем. До свидания. До новых встреч. Вероника, мама, Настя.
Действительно украшение нашего сегодняшнего концерта. Включаем мобильники. Надя, у вас не поместится он, да? Федор необыкновенно много делает, Теле-журналистка. Вот, то есть у нее с русским языком и стилистика вообще. Я отправила ей. Я говорю, понимаешь, я делаю поддержку, вот, очередной картин, делаю поддержку. Мне этот красный выводит, и мне нравится этот поддержка. Вот мне нравится, ну, это не понятно. Да, Оттуда издалека начали смотреть. Ну, это Волгоградская мельница. Вы были? Да, мы ездили туда и внутри.